Спортивная площадка на территории 14-й школы кардинально сменила свой облик. Футбольное поле покрыли новым искусственным покрытием, а на беговых дорожках рабочие наносят последние штрихи резиновой крошкой. На таком покрытии не скользко, а отличная амортизация позволит спортсменам достигать лучших результатов. Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке лидеров движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Михаила Раева, Евгения Иноземцева, Юлии Мамай, Артура Каримова, Надежды Смирновой и Татьяны Недосветовой. Лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» прибыли на площадку, чтобы оценить ход работ. По словам Михаила Раева, облик города меняется с учетом мнения жителей. В округе большое внимание уделяется развитию образования. Я считаю, что в каждом учебном заведении должно быть спортивное ядро для занятия спортом не только детей, но и жителей близлежащих домов. Поэтому эта работа ведется. Социальные инициативы, которые выдвигают и жители, и родители учеников, они на сайте получают очень большое количество голосов и поддержки. Обновленную территорию спорта, которую смогут посещать и дети, и взрослые, откроют 28 августа. Мы не первый раз вместе с общественностью, вместе с родителями, вместе с педагогами присутствуем здесь, на этом стадионе. И мы пристально следим за выполнением хода работ. Сроки сдачи выдерживаются, скоро нас ждет торжественное открытие и даже первый дружеский матч футбольных команд школы. Все инициативы размещены на сайте Хижи Онлайн. В первую очередь будут реализованы предложения, что наберут большинство голосов.